привет, дорогие друзья, дорогие поклонники тенниса. Меня все так же зовут Егор Дергачев, и я рад приветствовать каждого из вас, дорогие друзья, в своем видеоблоге. Продолжаем с вами обсуждать итоговый турнир у женщин, итоговый турнир всего сезона, который проходит под эгидой WTA. И что интересно, нас ждет весьма увлекательный матч, это 100%. Поединок Симоны Халеп и Гарсии. Чем он увлекателен? Ну, во-первых, я позволю себе не согласиться с мнением букмекеров. Букмекеры довольно-таки явным фаворитом видят румынку Халеп. Мне же кажется, что матч будет равный, а поскольку он будет равный, а на Гарсию на чистую победу дают коэффициент 2.63, я вам предлагаю рискнуть. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Спортсменки или же теннисистки, называйте их, как вам больше нравится, примерно в одной форме, примерно одного уровня. И этот сезон, если бы этот матч был, если эта игра, вернее, была бы несколько лет назад, безусловно, мы бы брали победу Халеп и спокойно бы курили бамбук. Но в этом сезоне румынка дает шанс своим соперницам. И должна Гарсия воспользоваться этими шансами. Если вы согласны со мной и присмотритесь к этой ставочке, то поставьте лайк, не поленитесь и подпишитесь на мой канал. В комментариях же к прогнозу вы можете написать ваши варианты ставок на матч Халеп Гарсия. И, конечно же, жду вас всех в друзьях и в своей группе ВКонтакте. Переходите в них и вступайте, добавляйтесь по ссылочкам, которые вы найдете в описании под этим видео.